Зена, королева воинов. Ты убила Зену. Да, малышка, но только тебе стоило бы дважды подумать, прежде чем поднять свой меч на Каллисто. Или такая же участь постигнет и те. Ты убила мою подругу. Ярость Зевса. О нет, Каллисто, даже боги не ведают такой ярости. Ты убила Габриэль. Мне кажется, она уже поняла. Нет, она пока еще ничего не поняла, но она поймет, когда я перережу ей горло. Габриэль. Я могу все объяснить. Заткнись, не хочу тебя слушать. На помощь. Извини, Каллисто, но мне кажется, ты сама напросилась. О, нет, идиот. Я обращаюсь не к тебе. Борьба пантеонов, часть 4. Расплата за смерть. А к ним. Ух. Возьмите пленных под стражу. Теперь ты не будешь больше буянить. Как? Я одна из них, и я служу богу смерти. Если ты вдруг забыл. А эти мертвые воины, видимо, не различают между собой богов смерти. А теперь шевелите ножками. Я не смогла. Я подвела Зену. Ну, перестань. Я знаю, Габриэль, вы с Зеной были очень близки. Но не стоит так убиваться. Да, Зена, увы, мертва. Но разве когда-нибудь это ее останавливало? Ох. Ох, моя спина. Не могу поверить, мы все еще живы. Не хочу тебя огорчать, Автолик, но мы определенно мертвы. Осмотрись, мы в Тартаре, в царстве Аида, в его царстве мертвых. Только вот... Где же сам Аид? И хоть кто-нибудь еще, кроме нас? Аид не вышел на нас, не вышел нас встречать, а он разве должен это делать? Нет, конечно, но я обязана своим возвращением в Тартар одному из его слуг. Аид бы не упустила возможность позлорадствовать. Его отсутствие говорит о том, что наши проблемы куда серьезнее, чем я полагала ранее. Эта война между богами и соперничество между их чемпионами все было уловкой. Ведь так египетский бог мертвых Анубис может претендовать на греческие земли мертвых, как на свои собственные. Судя по этому крику, мы тут не совсем одни. Хорошо, идем. Зена, может, стоит пойти в противоположном от этих леденящих кровь криков направлении? Нет, если мы хотим понять, что тут творится. Знаешь, Зена, неведение есть блаженство. Нет, мы должны положить этому конец. Но разрушение планов богов обычно до добра не доводит. Зато это поможет нам выбраться отсюда. Ну ладно, весомый довод. Пошли дальше. Посмотри туда. А, когда я освобожусь, я заставлю вас страдать. Ну вот, мы разгадали тайну исчезновения бога смерти. Погляди, что с ним сделали те аписы, охраняющие его. Они похожи на тех египетских минотавров, с которыми мы успели столкнуться.
Тише, пленник. Пусть сыпет пустыми угрозами. Ему никогда не увидеть свободы. Он во власти Анубиса, а яд от укусов змеи делает нашего пленника слабым и беспомощным. Они не просто похожи на них, Автолик. Это и есть те самые монстры. Или, по крайней мере, то, что от них осталось после их столкновения со штормовыми великанами. Не означает ли это, что их босс где-то поблизости? Фаеросис, кажется, его зовут, да? Конечно, так и есть. Ё-моё. Здравствуй, королева воинов. Я ждал тебя, чтобы сделать твое пребывание здесь максимально неприятным на всю оставшуюся вечность. Тем временем безобразие. Боги наблюдали земные события из священных чертогов Олимпа. Это безобразие. Мои чемпионы победили твоих, но ты посмотри, что с ними сейчас происходит. Поражение твоих чемпионов должно было послужить сигналом к прекращению нашего спора. Вместо этого владыка Раты обманул меня. Твои армии мертвых вторглись в мое царство, в мои земли и напали на моих людей. И ты поплачешься за это вероломство. Схватить этого гада. А я думаю иначе. У тебя нет превосходства надо мной, владыка Зевс. Я всеотец своего пантеона так же, как и ты своего. К тому же ты заблуждаешься. Ведь я не имею никакого отношения к тому, что сейчас творится. Это Анубис. Анубис, владыка египетских мертвых. Самый непредсказуемый и амбициозный из богов моего пантеона. И ему не стоит верить. О, владыка Ра, ты так хорошо меня знаешь. И, конечно, вы оба понимаете, что ваши дни сочтены. Вероломная шавка, я уничтожу тебя. Это ты, владыка Зевс. Завоевав царство Аида, я стал дважды богом. И мои силы удвоились, не говоря уж об удвоении числа слуг, которые выполняют мои ужасные приказы. Только попробуй тронуть меня пальцем, и моя армия начнет убивать людей, сравняя это весь Олимп с землей. Ты безумец, из-за тебя погибнут миллионы людей. Разумеется, они погибнут, и моя армия увеличится за счет них. Так ты действительно готов рискнуть всем, чем ты правишь, или вернее, чем ты правил. Подумай об этом, а пока взять его под стражу. Вернее, их обоих. Остальные сделайте необходимое приготовление к празднику. В честь нового всеотца богов, верховного божества египтян и греков. А в то же время в царстве мертвых происходит столь же мрачное событие. Автолик, освободи Аида, а я пока займусь Фаеросисом и его Аписами. Ты одна, это же самоубийство. О, да. Хорошо, что я уже мертва. Маленькая леди, после встречи со мной смерть будет наименьшей из твоих проблем. Возможно, только ты меня сначала поймай. Зена, разве так делают больно? Ты меня как пчелка ужалила. Эх, Зена, я не знаю, как освободить Аида. Зена, у тебя ничего не выйдет, пока владыка Анубис управляет Олимпом.
Он приказал мне следить за тем, что происходит в царстве мертвых, и наделил меня частью своей силы. Это делает меня полубогом, и нужно быть как минимум богом, чтобы меня победить. Теперь буду знать. Ух, о бог смерти, весьма живой, мы уже достигли успехов. Настало время для Deus Ex Machina. Понимаешь меня? Подожди. Я должен избавиться от яда Анубиса внутри меня. Он истощает мои силы и ослабляет меня. Готово. Эй! Отпусти даму на землю. Или? Никаких или. Это мои владения, ты в моей власти. Есть места за пределами Тартара, припасенные для таких людей, как ты. Самое древнее и самое ужасное, абсолютное ничто, кроме бесконечного страдания и вечного кошмара. Да, Аид, его место в аду. И снова на Олимпе. Мой владыка прибыл новый полк войск. Вместе с пленными. Вы, наверное, хотели бы их увидеть. Да, веди пленных. Греческие чемпионы, владыка. Вернее, их остатки. Вижу, но как? Я захватила их, мой господин. Я служила предыдущему владыке мертвых, и я хочу стать таким же ценным слугой и для тебя. Предательница? Чудно. Если ты именно тот вид предателей, который я люблю. Но сначала тебе следует доказать свою ценность. Казни их. О, это я с радостью. Это еще не конец, Калиста. Тише, глупушка. Чего ты ждешь? Убей их. Хотя нет, прочь с дороги, я сам это сделаю. Ой-ой, нет. Зена, а быстрее нельзя было? Я уж думала, что мне придется прикончить этих двоих. Некоторое время спустя. Ты проделала отличную работу, Габриэль. Все вы сослужили хорошую службу своим богам, и мы никогда не забудем этого. А что с Анубисом? О, не стоит беспокоиться о нем. Анубис показывал такие занятные фокусы в царстве Аида, что теперь он останется там навсегда. К тому же Аид очень на этом настаивал. И египетский пантеон всем вам благодарен за изобличение отступника в наших рядах. Теперь мы больше не воюем с греками. У вас есть не только наша благодарность, но и дружба. Объясните мне кое-что. Калиста, как только ты увидела египетскую армию, ты поняла, что Анубис обманул Аида? И убила Зену, зная, что она попадет в Тартар и спасет Аида? Что-то типа того. Хорошо, сестренка, но меня зачем? Ну, должен же был кто-то составить ей компанию. И ты смекнула, что после освобождения Аида к нему вернется его силы, он воскресит Зену, а Анубис станет уязвимым. Но при этом ты не удосужилась поделиться своим планом с нами. Вместо этого ты изображала предательницу, а также выигрывала время для Зены. Делиться планами,
А зачем? Ведь не часто у меня появляется шанс безнаказанно убить Зену и отправить ее в ад. Видела бы ты свое лицо, когда ты решила, что твоя любимая подружка снова погибла. Ха. Серьезно? Ну хорошо, а ты посмотри на свое лицо, когда я сделаю так. Чуть-чуть позже. Хотелось бы глянуть на выражение ее лица, когда Калисты очнется с ужасным фингалом. Брось, Габриэль. Чем дальше мы уйдем от этих безумных богов, тем лучше для нас. А ты на что пялишься там, Автолик? Так, небольшая безделушка я нашел во время моей последней поездки за границу. Никак не запомню название этого места. И я бы не вернулся туда даже за миллионы динаров. Везде песок, какие-то забавные треугольные строения. Но добыча неплохая. Как думаешь, она чего-нибудь стоит? Конец.